Ребятки, смотрите, сколько тут кровищи, мяса. Вообще, что тут произошло, я не знаю. Мне нужно пройти игру, осталось совсем чуть-чуть, я так понимаю. 90% написано. Я обязательно должен это сделать. Да, вот. Что еще пытался сказать? Да, в принципе, ничего. Можно было заехать в какой-нибудь магаз, я не знаю. Закупиться. Блин, что ты делаешь? Ну ладно, консервы. Жестянка. Вот, ну, можно было чем-нибудь закупиться. Наверняка. Каким-нибудь оружием. О! Ёп, ребята, посмотрите-ка. Да ладно, это чё? Его обязательно надо расшифровать. Я прям, я не знаю, как скрин сделать. Я забыл. Может, F12? Или F1? Нет. Опять что-то я сбилась у меня. А, вот, все нормально. А, F9, наверное. Ну, не знаю, в общем, надо. Сейчас только, чтобы без шпаги было. Вот так вот. Ну, не знаю, видео, в принципе, есть, так что... Мало ли, тайное послание какое-нибудь. А может, и вообще пуст-пуст, там нет ничего. Это просто нарисованный код, типа, якобы. Мне что-то хочется сказать, и не код. Вот, то есть, так, от балды нарисовали. Кто знает. Пусто. Зараза такая, ну ладно. Представляете, я начал с того места, не с того места, где я закончил, а с того места, где... Вот, безопасная зона, что ли? Да ладно, а как это так? А, вот она, что, смотрите. Круто. А, с того места, где... Наверху, на этой фабрике, короче, блёбаный остался. Так, ладно, тут мы слазим, что это тут разъездился. Кошка классная. Да, блин, все нормально. Соответственно, мы вот якобы забираемся сюда, да? Потом сюда, лошара. Здесь окно закрыто. Давай, может быть, здесь оно открыто? Ни хрена не. Так, соответственно, выше, мне кажется, еще надо. Может быть, здесь. Как спускаться вниз, научите меня, натуре. Здесь тоже ни хрена нету. Тут тем более, да? Ну, конечно, куда им? Я забрался уже на самый верх. Что делать дальше, я понятия не имею. Вот что он делает? Почему он не может нормально... Ого, мы и так можем. Давайте походим... Да... Походим вот по этой планке. Давай, зайдем. Можно ли сюда? Тут как-то можно было залезать. Вот, смотрите, там, по-моему, открыт. Да, вот оно. Вот оно, наше окошечко. Блин, тупая лошара, я тебя... Собака, а нет, ты посмотри, что делает. Ему вообще, он бесстыжий. Во, наконец-то. Все, давай. Вообще адское задание. Так, вы приближаетесь к развязке. Эта часть. Ну да. А что, я в этом маяке останусь, что ли? Что это? А кто это такой? Эй, мужик, я просто живу здесь. И не работаю никаких бандитов. Босс, ты там? No need, pal. Just keep your eye on the balcony. Wait! What the hell? Boss! Wait! Listen, I know I went way overboard, but they forced me, they made me do it! It's crazy! Hawkins Group! Where are they heading? Tell me! To the dam! The priest said the entrance was in the dam! Please! По плотину по какой-то говорит. Fucking done with you! А, ну правильно, давайте и босса своего. Да зачем он вышел? Спустил свой вниз. Дебилоид.
Да блин, с такой высоты. Что это за картавость? Так, а что это значит? Возьмите капсулу. Капсулу еще. Какую еще? И капсулу. Вот там бегают. Вау! О, нифига, я ему бошку зарядил. Так, подожди, дайте привыкнуть. Стволом. Да блин, как они мне... Я их даже не вижу. А, ну понятно, это же ёбаные боты. Все ясно. Они могут через дым, через кусты. Не, ну в принципе, немножечко... Меня, может быть, и лучше было видно, чем мне его. Вот капсула, да? Нет, это же стволы какие-то. Да блин. Да ёб... Да блин, со всех сторон. Фига, я ему там раздраконил голову вообще. И этому тоже. Так, где капсула? Где-то тут. Подождите, не мешайте, мне нужно капсулу найти. Так, вот, что это такое? Патроны. По-любому нужны. И чё, как она там оказалась? Винтовка. Ну, убери. Все? Поднял или что? Или она лучше? Подожди, что это? Блин, что ты делаешь? Смотри-ка. Это, видимо, что-то лучше. Ну да ладно. Ладно, давайте быстрее капсулу искать. Вот тут что-то валяется. Давай. О, отлично, последним попал. Хорошо, что еще этих нету пока что здесь. Бери, вот, капсулу. Это колбочка. Красно, которые бегут на шум, короче, вон. Все, я нашел, возьмите капсулу, бить. А, бить еще надо. А где еще кто-то есть, что ли? Я вроде бы... А, вон еще один там. Давай, давай, пожалуйста. О! Обожаю тех, кто без шлема. О, нормально, последний был. Так, ну все, теперь заточил и погнали. Куда ни пал, кстати, куда нам надо. Блин, может я не все взял? Подожди, так я же взял. Я вроде взял что-то синее. А, все, наверное. Я так и знал. Я знал, кстати. Да, это. Оу, я. Горите в аду, сволочи. О, нет, чё? This is Crane, do you copy? The vials are gone. I saved only the last few of them. And Rise's men are coming to you. Do you hear me? Hey! Come here fast! Come quickly! Hello! Что такое? О, мины можно ставить. Блин, ну шум-то где тут, наверное. Ну, они чисто, чтобы сзади не стреляли. Не палили по мне. Хотя нафиг это надо. О, слушайте, а классно, что сейчас хотя бы утро, да? Сколько сейчас? Да, утро даже. Думал, дожди, а время идет. Смотрите-ка, куда нам... Что это за жопошное место какое-то вообще? Так, куда нам лучше? Прямо, я думаю, нет. Или... Слушайте, а может реально прямо? Нет, там речка. Да тут везде речки. Или вот сюда все-таки. Вот тут как-нибудь. Да, мне кажется, вот сейчас сюда, до стены, до этой. Мы тут, кстати, ездили. Ну, давайте попробуем налево поехать. Вау! Ни хрена здоровый, я в него врезался. Ладно, 5-6, 5,5 минут там дано. Чтобы отбежать, чтобы... Блин, я запутался уже, куда ехать, надо сюда. Другой дороги вроде бы нет. Охренеть, топливо! Нет, только не это, оно на исходе. Срочно. Тормози, что произошло? Кто-то взорвался? Давай, пожалуйста, быстрее. Что ж я не посмотрел? Быстрее погнал. Сразу турбу! Турбу, говорю. Я уже не туда поехал. А что делать-то? Что делать-то? Назад, что ли? Блин, ну может вперед поехать. Смотрите, я просто думаю, если я здесь поеду... А, вот... Ну, хрен знает, там получится. Ну, сволочь. Ну, допустим. Ну, ладно, погнали вперед. О, нет! А, подожди, я знаю, что делать. Ой-ой-ой, блях ты, муха! О, охренеть! Нет, пожалуйста. Не, давай. Ну, давай, как там? Нельзя, что ли? Здоровушка. Охренеть. Блин, что ж такое везучий-то на концовке? Мне всегда прёт в этом смысле. Как его перевернуть? Нет, не надо, вот здесь. Во, как раз мы переместимся, может, куда-нибудь поближе. Или нет? А, хрен там. Мы наоборот назад переместились. Обычно, блин,
как, когда в другие моменты, когда не нужно, мы перемещаемся куда-то за жопню вообще. Неизвестно, далеко какое-то грёбаное место. На какую-нибудь ближайшую вышку, которая вовсе не ближайшая, в общем. Ну, относительно не ближайшая. Так, вот эту штуку с баллоном не надо делать. О, давай. А, офигеть. Так, сейчас, наверное... Уж извините, что я тап так нажимаю сейчас, у меня самого это, мне кажется, раздражает, ну да ладно. Это все из-за неуверенности. Что произошло вообще? Что мне так занесло? Давай, это все из-за неуверенности. Какой? Кому? Не буду никому я помогать. Вы что, охренели, что ли? Помогать еще кому-то, блин. Меня уже давно приняли, не буду я никому помогать. Помогите нам. Блин, если я сейчас не помогу друганам своим... Ноу! Не туда пошел. Смотрите, он даже не взорвался. Или взорвался. Неважно. Так. Что делать? Что делать? Не надо. Сейчас детали еще сломается какая-то. Придется чинить. Ну ладно, у меня, в принципе, болтов этих много. Так, куда сейчас? Где лучше? Так, сейчас прямо. Отсюда. Я помню, как раз, ну, сейчас ехал. У меня эта штука кислая. Она, короче... Не, она у меня попали эти кислятины, но ничего не произошло, урон даже не снял. Фу, так последний раз, надеюсь, я смотрю на тап. А может, во-во-во-во, вот тут чисто сейчас переедем и нормалёк. По-моему, это место даже да, оно не обозначено на карте. Ну как дорога я имею в виду, она не обозначена, это просто такая переправа. Слушайте, а мне кажется, ветер какой-то, дождь поднялся. Блин, и сам главное, и военные откуда ты? Бля, кому-то и жопа полная. Чё? Нет! Куда я пошёл? Подожди, мне вообще в другую сторону. Мне вообще назад. Ну ладно, давай. О, нет, пожалуйста, О, нет, что я сделал? Ну и где я теперь? А. Давай, я знаю, что у меня деталь сломанная собака. Другое место не мог меня в каменюке какие-то меня отправил. Я имею в виду телепортировал быстрым способом, скажем. Блин, эти твари за мной бегут. У меня деталь сломанная. Ну и что, в принципе, едем пока что. Ладно, время есть. Есть мейлер, так что давайте починим. Фу, напряжно. Так, что делаем? Чертеж. Во, смотрите-ка. Сколько? А, у меня 59 болтов, ну это круто. Во, сцепление, смотрите-ка, смазка. Че такое? Это что-то новое. Выбрать и установить. Да, детка. Это что-то ультовое такое. Наверное, подожди, или что это с ним? А, состояние все, 60. 100%, точнее. 60, говорю. Опять она горит. А, это просто... Потому что я по говняной дороге еду, типа. Так, ну чё там, как там, можно так, напрямую? Не, давайте лучше по-нормальному, а то я, блин, пытался скоротнуть. Хотя мне вот тут нужно выжить. Давай. Знак-то можно сбить? Да, нормально. Чё там было написано? Прямиком в ад, что это такое? Ну-ка, давай. Это какая-то зеленая территория. Нормально, нормально. А, подожди, так я здесь был. Дамба, что-то задание, да? Это она? Да, мне же сказали. Или это еще какая-то дамба? Да не, этот. Это другая. Наверное, он сюда куда-то. Подожди, я же успел, нет? Или время еще тикает, зараза такая, смотрите-ка. Так, здесь нельзя почему-то пройти. Может быть, да, вниз, наверное. Не, мне кажется, это что-то другое место какое-то. Просто похоже, наверное, дамбы. Так, куда дальше? Тут завалено. Блин, началось. Куда? Значит, не сюда куда-то. Скорее всего, не сюда, но я не знаю. Нет, я, конечно, понимаю, что... Я, конечно... Чё, туда, что ли? Подожди, а чё он гаснет? Не гаснет. Чё, ладно. Слушайте, мне кажется, блин, быстрее, пожалуйста. Неужели сюда? Да ладно, наверх, что ли? Кто там считает? Во, давай. Офигеть, что бы я делал без кошки? Я без кошки не успел, пришлось бы заново все делать. Фу. Напряженно как-то все, когда играешь. Опа.
Найдите матерь. Мамку чью-то будем сейчас искать, а потом... Что-нибудь другое. А что так? Shit. Holy fucking shit. Я не могу бежать. Anybody there? Brother? Эй, кто-нибудь, брат. Матерь, опять война, опять смерть. Я не могу допустить повторения, не могу. Это ты? Где безликий? Что происходит? Почему я слышу голос в своей голове? Это я так быстро читаю и для себя, и для вас. Дети солнца были никем, полузабытые традиции, верования давно погибшего мира. До эпидемии дети солнца были никем, она говорит. Они долго не имели смысла, но потом вдруг обрел его. Он долго. Я слишком долго носил этот титул, матерь. Я думала, их уважение вызвано тем, что я жена полковника, мы вели простую тихую жизнь, как всегда. Блин, а может чуть ценно, а я пропускаю. Когда началась эпидемия, муж приехал меня забрать. И страхнул напоследок. Нам нечего было противопоставить стае, нас покусали. Он отдал мне свой портсигар и сказал убегать. Не хотел причинять мне вред. Меня увели верующие, они пришли за своей матерью. Круто. Что-то сейчас будет. Я тогда не сразу вспомнила, что мой муж даже не курил. Я заглянула внутрь, нашла карту, ключ и записку с числами. Карта привела нас сюда. Понятно? Так вот. Муж ее не курил, и она нашла какие-то записки. Ой, что это такое? Какие-то индейцы. Здоровые пытались восстановить электричество, остальные же искали лекарства без толку. А, здоровые, понял. Найдите матерь. Натуре. Вон там, видите, стоит, походу. А что это за... А я тут раньше не был, да? Мы нашли запертый ящик. Числа оказались кодом от замка. Внутри были странные капсулы. Это как секретная концовка в этой игре, я знаю, да. Все смотрели на меня. Это могло быть лекарство. Это мог быть яд. Я поняла, что сейчас будет припадок. Я обращусь. Я подумала, зачем моему мужу приводить меня сюда. Я любила его, доверяла ему. Тут я помню тот вкус. Едкий, горький, как кровь. Возможно, это и была кровь. Но вообще-то кровь соленая. Не опробовал. Бывает, знаете, иногда так. О, у меня есть неиспользованные очки навыка. Ну, обязательно надо сейчас использовать. Давайте, наваждение что-нибудь. Так, позволить устранить сигнал, установить. Ну, давайте вот это. Так, а больше нам вроде бы ничего. Вы получили сборку предмета. А что я зеленым каким-то? Вы здесь. О, смотрите, карта вся пустая стала. Ладно, поговорите. Привет. Тоже безликая. Я очнулась. Тут внизу, окруженная останками тех, кто мне доверился. Все дело было в свете. Кто-то восстановил электричество. Свет вернул ее к жизни. Видишь? Дыхать пары это одно, но пить ту жидкость нечто совсем другое. Это же бегун, блин, какая стрёмная, вообще дико. Я ж сегодня не усну теперь. При свете дня, при любом свете, мой разум принадлежит мне. Ты даже не представляешь, какая любовь меня тогда переполняет. Она говорит, что во тьме, во мраке. Она становится неадекватной или что-то типа того. Но я поклялась, что стану той матерью, которую они действительно заслужили. Да. И вот пришел ты, Кайл. Блин, надень маску, я не могу смотреть на твою рожу. Ладно. Так, что ты человек. В этом гласит пророчество. Затем явится муж. Короче, я типа пророчество, да? И в нем явит себя Бог Солнца. Его устами станет он говорить. Чё? Чё ты сказал? Я даже не понял. Взгляни на моё лицо, да я и глаз от него не могу оторвать. Нет никакого лекарства.
она говорит. Listen to my voice. Yes. Beautiful evolution indeed. Minds and souls connected in a telepathic bond. How Взгляни на меня. Когда придет тьма, что тогда? Новые смерти. От других. Не понял. But who will hide them from you? But we don't have to drink it with just the mist. It doesn't matter. Послушай, ты уже вдыхал испарение. Понадобится больше времени, но ты все равно превратишься в такое же чудовище, как я. Ах ты мразь. Че, мы все превратимся? Нет, постой, слушай. Армия встроила в свой эксперимент предохранитель. Всю область можно очистить. Вопрос в том, готов ли ты, Кайл, принести в жертву тысячу жизней, включая свою. Ой, блин, это что еще такое? Жертвоприношение, единственный выход. Черт, хорошо, слушай, меня твои бредни не интересуют. Просто дай мне капсулу, я уйду. И чё? Давайте послушаем, что она скажет. Значит, все, игра окончена? Чёрт. Ладно, что делать? Она сейчас скажет. Отымей меня, пожалуйста. Нам нужны дети. Пробудить Бога Солнца. Она зовет нас с собой. Блин, ну вообще... Так, ну хорошо, давай, все, погнали. So the coming of your God means what we all die? And the plague. It dies with us. It always meant that. And he shall pass through the gates. Что за бред? Короче, мы все умрем. И это и значит явление Бога Солнца, он сказал. If it kills the plague, I mean. I guess it's worth it. This place doesn't look much like the gates of death to me though. Language, isn't it? I was searching for proof, Kyle, for truth in our traditions. But it Я ничего не понял. Ну мне и пофиг, в принципе. What, that there are no miracles? What's a miracle anyway, Kyle? Что такое чудо, Кайл? Стать разумным прыгуном? Я просто-напросто чудовище. Стать героем во время апокалипсиса. Ты просто нужный человек в нужном месте. Вот так стрёмно вообще на неё смотри, давай. Да, открывай. So this is the fail-safe. Вот и предохранитель. What do you need me for? И что я должен сделать? The key I got from my husband worked, but the code he gave me didn't. I know that's the only way. I just don't know. У неё нет кодов, но есть ключ, короче. Code. Активировать. Да, я же говорю. No, your husband, he had a fail-safe too. He left the codes with Attila. So he could decide if you'd stay sane long enough to make a decision. Wait! You have the codes? Attila thought you'd be a better judge. I hope you'll judge me well, though. Let this madness end, Kyle. Please. Давай, вводи. 2529 86. Идиот, зачем ты единицу нажал? Блин, все. Сейчас ядерная бомба взорвется здесь. Или что это такое? Ой, блин, напугало. А зачем ты на нее смотришь? Давай вводи. Вон, смотрите, знак Warface. Видите? Вот эти вот три звездочки, где находится. В серединке. Защита отключена. Что-то там. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск в натуре. Сейчас как прыгнет на меня, я уверен. Да ладно, это что все? Ну ладно, круто. Ну ладно, спасибо, короче. Нет, надо четко сказать. Сейчас четко как-нибудь. Спасибо большое, что смотрели кто-нибудь видео, особенно те, кто комментировал и оценивал положительно. И до скорых встреч. До скорой встречи, точнее. Кидайте свои предложения по всяким видео. Можно записывать. Ну и да, всем пока.